Вот хотели вам показать, как собрать кикстартер на стелсах, ну или Yamaha Jog, похожая крышка. Здесь самое сложное — это установить пружину. Как я это делаю? Может, берем что-то инструмент мощнее, натягиваем пружину. Нам придется туда сюда. Так, зацепаем вот так. Так. Куда бедно встало. Поправляем пружину. Чтобы все село до конца. Мы сделали. Дальше. Сделал до конца, да? Да, все. Ну, видно. Сектор сидит до конца. Так, упираем что-нибудь. У нас не выпрыгнула вся эта конструкция. Так. Толочку поправляем на место. Опа. Дальше. Шайбочку и колечко, да? Стопорно. Шайбочку, да. Колечко мы поджимаем. Так, нет у меня под рукой этих специальных кусочков. Сейчас установим шайбу и стопорное кольцо. Самое сложное сделали. Все. Шикарно. Ну, осталось сюда вот поставить. Она у меня где? Она у меня там, в этом гараже. В общем... А, стой. Бегунок. Так, вот так. Эту держатель сюда. Так, ну, кстати, все еще сможем. Вот, как бы все готово. Вот. Так, все, смазываем и ставлю. Так, когда вот здесь собираем, тоже смазываем. Втулочку, сектор. Все. Обязательно вот эту вот смазать. Ну, где зубы ходят.